Ребят, ну, в седьмом, в следующем курсе, это, напоминаю, курс Django 2 плюс сервер, мы с вами ставим pip virtualenv и virtualenv в раппорт, да, то есть три программы, проверяем версию Python, в общем, все мы установили. К этому времени вы должны были освоить по домашнему заданию MS, то есть теперь у нас все очень удобно, у нас все окружения в env, да, папки, и активируется с любого места. Мы сделали при помощи виртуального wrapper, то есть давайте выйдем, и поэтому я забыл имя виртуального окружения, поэтому сейчас посмотрим путь наш pwd server, так, ls во env, перейдем в папку cd env. ls, ага, env тест, ну вот я запомнил, да, выйдем, перейдем совершенно в другую директорию, ну вот, мы не относим сейчас, не находимся, просто берем workon и вводим имя виртуального окружения, все, оно сразу же у нас активируется, отлично. Хотим другое, пожалуйста, сразу сходу берем вот это, которое мы создали для нашего, да, и уже в другом виртуальном окружении, так удобно быстро входить, быстро выходить, то есть мы все это ставили, подготовили, чтобы установили Django, чтобы, ну, начали с Python, да, потому что потом будем уже дальше ставить сервер, ну, в общем, запускать сайт, это будет интересней. Будем настраивать FTP, ну и так далее, и так далее. Будем полностью работать полноценно с сервером. Сейчас наша задача была установить виртуальную среду для виртуальных окружений, чтобы мы могли туда ставить библиотеки. Пока мы поставили две библиотеки, у вас было обширное домашнее задание по SSH, в общем, много чего интересного, поэтому работаем. Для участников школы, напоминаю, все пишите. Все, ребят, работаем, все у нас получится. Начинать надо, обращая внимание, с spb-tut.ru. Ссылка на сайт в описании видео.